На зеленом рынке у паркомата стало меньше очередей. Покупатели чаще пользуются оплатой парковки по QR-коду, то есть безналичным способом, минуя паркомат. Пока еще не все знают, как это сделать. Юрий Заяц побывал на зеленом рынке и убедился в удобстве оплаты QR-кодом. Впереди майские праздники, Пасха, и обычно в эти дни на зеленом рынке не протолкнуться, а машинам не припарковаться. Оплатить парковку можно двумя способами – наличными или QR-кодом в паркомате. Кстати, это способ самый неудобный и самый популярный. Для этого нужно найти 5 рублей, потому что паркомат сдачи не дает. А еще отстоять очередь, потому что это самый популярный способ оплаты парковки. Едем на парковку к торговому центру «Восточный». Здесь всегда много свободных мест. А еще здесь летом тенечек. Берем талончик. Неудачно подъехал. Далеко тянуться. Теперь едем на парковку. Ну все, припарковались. Теперь можно идти за покупками. Каждый час парковки стоит 5 рублей, поэтому идем быстро, скупаемся и возвращаемся. Сделали покупки, теперь оплачиваем парковку. Ее можно оплатить, не отъезжая с парковочного места. Берем парковочный талон, открываем мобильное приложение любого банка и сканируем QR-код. Все, наша парковка оплачена, можем выезжать, шлагбаум должен открыться. Выезжаем с парковки. Шлагбаум должен открыться. В крайнем случае, если камеры не считали номер, то достаточно будет, вот, в данном случае камеры не считали номер, но платеж прошел, и для того, чтобы нам выехать, нужно отсканировать талончик. Шлагбаум открылся, мы выехали. Не ругайтесь с паркоматом, не ругайтесь с парковщиками, а платите QR-кодом. Юрий Заяц, Дмитрий Редькович, ТСВ.